Держись, удачи! Честным людям мое почтение. Привет, Димак. Я от Калмыка. Он сказал, что ты знаешь, как отсюда выбраться. Подскажи, пожалуйста, тропку тайную. Привет. Как там Калмык? Жив еще шаман наш? Да я угадаю. Наверняка тебе от него снадобье какое-то понадобилось. Верно? Ну да ладно, это твое дело. Лезть не буду. Но скажу лишь одно. Будь здесь очень осторожен. Твари тут в последнее время расплодилось много. Гляди по сторонам повнимательнее. Да ствол свой самый лучший из рук не выпускай. За предупреждение спасибо, что как по Бродвею здесь не прогуляешься. Ну а все-таки, подскажешь, как уйти из этой местности? Ну ты торопыга, дай пообщаться с живым человеком. Я тут уже несколько недель, кроме кровососов, ни одной живой души не встречал. Ладно, к делу так делу. Знаю несколько тропок отсюда, но точные координаты переходов у меня в блокноте записаны, а на память не рискну тебе указывать. Заплутаешься еще, а я виноват буду. Принесешь мой блокнот с расчетами, точный путь подскажу. Не промахнешься. Книжку я посею где-то на речном вокзале, что на берегу Припяти стоит. Там она должна быть. Больше нигде не мог посеять, так как там свои последние расчеты вносил. Ну что ж поделать, придется принести твой моноскейп. Куда деваться-то? Не до третьего выбраться же здесь куковать. Да уж, попотел я, пока нашел твой блокнот. Вот, держи, вроде целый. Вот молодец, теперь тошнёхненько в центральную Припять выйдешь, не промахнешься. Переход я тебе в КПК скинул, проблем быть не должно. Спасибо, Димак, только больше свои ценные манускрипты не теряй, а то подберет кто-нибудь, и не видать нам больше никаких ценных переходов. Слушай, дружище, мне Калмык сказал, что нужно красный мозг контролера достать для изготовления лекарства, а вот где его сдобыть, ума не приложу. Один единственный раз встречался мне такой мозг, но я его Сибулу отдал, и все, сколько контриков не валил, больше ни у кого такого не видел. Может, ты в курсе, где такие водятся? Да погоди ты, торопыга, сначала в КПК свой глянь, проверь, появилась у тебя отметка перехода. Да уж, про мозг твой, вернее контролера, после поговорим. Хорошо, сейчас гляну. У нас проблемы. Найдешь ингредиенты и сразу дуй на болото. Да, все в порядке, спасибо, дорога обозначилась, так что там про мозг? Встречался я с таким контриком. Меня Сахаров попросил, если увижу такой, ему принести для опытов. Денег обещал отвалить прилично. В общем, попалась мне такая тварюга, именно с красным мозгом. Как и просил профессор, я радостный такой, пишу ему смс, что заказ его выполнил. А он мне, извините, уважаемый, но данную часть мутанта мне уже принесли, и я ее уже исследую. Понял фишку, он подстраховался и сразу нескольким сталкерам заказ сделал, но видать кто-то пошустрее меня оказался. Вот крыса лабораторная. А что с мозгом-то сделал? Надеюсь, горяча не выбросил? Не переживай, не выбросил. Повезло тебе. Только вот по себе его держать долго было нельзя. Гнить начал, зараза. Вонь от него, я тебе скажу. Ну и сховал я его. Подземелье.
Лаборатория X8. Слыхал про такую? Там прохладно, не испортится. Я как раз недалеко был, а скоро выброс. Ну вот я туда и спустился выброс переждать. Да и мозг пристроить. Мне он ни к чему, и забирай. Только у меня к тебе тоже просьба небольшая будет. Тут в одиночку свихнуться можно. Скукота. А вот телевизор скрасил бы мое одиночество. Ну где же я тебе его возьму? Магазины бытовой техники по дороге что-то не попадались. Да нет, ты не понял. Телевизор здесь недалеко. ДБ юбилейный. Что напротив школы стоит. Телек там лежит. Точно тебе говорю. Принес бы ты мне его, а? Да не вопрос. Местность я здесь вроде бы немного изучил. Так что найду и юбилейный. И твой телек там. Я мигом. Слушай, президента так не охраняют, как твой телевизор. Держи свой этикет. Ламповый еще со знаком качества. Буду очень удивлен, если он еще что-нибудь показывает. Вот уж не знал, что в таком захолустье еще кому-нибудь взбрело в голову за телевизором охотиться. Спасибо тебе. А переход в лабораторию находится в ДК юбилейный. Зайдешь в лифт, и он спустит тебя вниз, прямо в лабораторию. Но чтобы попасть в нее, тебе понадобится открыть дверь с кодовым замком. Код от той двери. 29-12-19-97. Спасибо, стакан не булькает. Может, патрончиков подкинешь? Димак, поистратился я на этих упырей.